Привіт, я Нікіта Дрюченко і мої гості, як завжди, на Спортику. І зараз ми будемо говорити про спорт, в якому я нічого не розумію взагалі. Давай спочатку з тобою розставимо акценти. Рибалка – це спорт чи це просто по кайфам щось таке? Ну, для кожного, мабуть, по-разному. Для мене це і спорт, і, мабуть, по кайфам. Спортивні змагання у рибалці. Вони ж існують? Розкажи, як вони проходять, що це взагалі за формат? Як це відбувається? Ну, спортивні соревнования у нас в Україні дуже багато. Да? Формат різний. Є як карпові соревнования, є флетфідерні соревнования, є фідерні. Що за слово таке? Флетфідерні? Так. Ну, це кормушка в вигляді, ну, как мыльница, вот, куда одевается насадка. Ага. То есть сама насадка находится вот в этой флетфидерной, будем говорить, кормушке. Да-да. Вот, рыба подходит, вот, ест корм, и там, естественно, как вишенка на торте, лежит эта насадка, она ее ест, одевается за крючок, и идет сама поклевка. Так, еще какие змагания? И есть классический фидер. То есть я, как рыболов, участвую только вот в флетфидерных соревнованиях. Угу. Ти сидиш з вудочкою? Ні, Нікіт, смотри, зараз флетфідерні соревнования зовсім другі. Тобто не так, як раніше було. Там сидиш на поплавочку, ловиш, да, смотриш, там, коли клюнет. Зараз все проще. Є сигналізатор покльовки, удочку одіваєш на сигналізатор покльовку, йдеш в палатку, п'єш пиво, колдуєш над двадцятками. Да. Так я хочу бути спортсменом, слухай. І на... Как говорится, на пейджі приходить повідомлення по кльовці, то, що риба... А в чому суть тоді? Ну, смотри, сейчас рыбалка, вот для меня рыбалка, сам, это подготовка, то есть это весь этот процесс. То есть не то, что ты там поймал рыбу, для меня это рыбалка. То есть надо собраться, навязать монтажей, купить прикормки, собрать полностью все свои баулы, приготовиться и как бы вперед. Як переможець ось таких змагань, як він определяється? По количеству. По количеству пойманной рыбы. То есть, не вага? Нет, вага. То есть, если у спортсменов одинаковая вага, то есть, да, вдруг такое происходит, то уже как бы по количеству выловленных хвостов. Ну а так вообще по общему весу. У Дніпрі чи області такі змагання проходять? Очень много, да. У нас очень много є змагань именно в області, і зачастую більше проходить в Запорізькій області. Ти своїми якимось результатами можеш похизуватися? Ну, у мене особо таких досягнень не було. Було в прошлом году, я на соревнованиях по флет-методу, вот, проходящий в Запорожжі, зайняв в зоні второе місце. Як ти взагалі до цього прийшов? Ну, взагалі, до риболовлі. Згадай ось перші моменти в житті, як це відбулося? Чесно, взагалі по рибалці? Ну, так, наверное, это лет... 20, наверное, назад, то есть, да, то есть у меня отец мой рыболов, то есть, и, наверное, поколение с поколения, а в спорт попал, даже не заметил как, то есть у меня есть товарищ, предложил, показал, как это, то есть мне понравилось, пойманная рыба мною за 6 килограмм, ну, грубо говоря, 6+, мне дала стимул, хочется больше, то есть ездим на водоем, тренируемся и пытаемся побить свои бигфиши, то есть свои рекорды. На данном этапе у меня самая пойманная большая рыба это 12+. Это что это за рыба? Карп. Карп. До речи, ось змагання по карп його ловлять. Чому саме його? Що він вам зробив поганого? Що ви на нього всі полюєте? Вообще, в основному в зачет йдуть это карп, білі амури, ну і в некоторых соревнованиях йдуть карась. Так. Вот. А... Чому карп такий популярний? Та я б не сказав популярний. Сейчас, наверное, последнее вот время, даже вот взять водоемы, то больше проклевывается белый амур. Ну, карп просто тяжелая рыба. То есть, есть карпы весом 30 килограмм, 30+. То есть. Ого. Поэтому... Ну, так. Карася больше килограмма не найдешь, а вот карп... Ага. Про що ти думаєш, коли йде ось рибалка, і ти чекаєш?
Ти якось візуалізуєш, так, а зараз оце такий карп побільше зайде. Ну, про що ж... Смотри, Никита. Це ж процес. Сам процес починається у мене, наверное, ще підготовки з дому. Тобто, коли ми готуємося, да, то есть собираем. Чесно говоря, перед рибалкой я не могу уснуть. В голове уже как бы поклевки происходят, вот бывает. Вот хочешь уснуть, а у тебя вот в голове срабатывает этот сигнализатор, ты подрываешься, не знаешь, за что хвататься. Вот. Но на самой рыбалке, то есть, конечно же, ждешь, пока запиликает сигнализатор. То есть, ну, мы называем это «пойдет паровоз». Паровоз? Да, то есть идет паровоз, то есть надо остановить рыбу, вот, и как бы и ждешь, чтобы на том конце, то есть на крючке, был твой бигфиш. Ловити рибу одному чи в компанії? В компанії. Що це повинна бути за компанія? Ну, это должен быть той единомышленник, который с тобой проведет хорошее время на рыбалке. То есть я вот на тех выходных участвовал на соревнованиях, вот, где взял в команду себе человека, который вообще не понимал ничего. Вот, и довольно буквально за 40 часов участия, ну, будем говорить, в соревнованиях, человек поймал свой первый бигфиш. Вот, 7+, это был Белый Амур, где уже после соревнований он мне говорит, возьми меня на следующий. А 40 годин, это реально так... Нон-стопа, да. Тривают есть, постоянно. Есть соревнования карповые, где идут 96 часов, то есть нон-стопа. Угу. Но в данном случае это флетфидерные, это 40, есть 48 часов, то есть это, ну, без перерыва. То есть двое суток ловишь, вот, хочешь спишь, хочешь ловишь. То есть, ну, вот в основном, как бы, ну, нормальные спортсмены, состоящие из двух команд, то есть один спит, один ловит. А, отже, це командний все ж таки вид спорту, дві людини. Дві, да, можна два чоловіка і можна пригласити третього координатора. То есть это тот человек, который типа координирует, наблюдает. То есть при усталости можно как бы сделать ротировку, поменяться, как в шахматах. На які жертви ти готовий піти заради рибалки? Слушай, ну... Що можеш посунути і сказати «ні»? Тому що рибалка. Работа, да. Начальник, если увидит, да. Пришлось взять вот выходные за свой счет в пятницу для того, чтобы поехать на рыбалку, потому что заезд был все, ну, заезд на соревнования был именно с пятницы, 12 часов дня. Ну, керівництво ж з розумінням ставиться. Ставиться, да. Я уже давно работаю на этой работе, поэтому мой начальник уже... Ну, одно время она меня отпускала, когда я ездил на выезда за Днепр, да. Ага. Сейчас как бы возможности нету, потому что Днепра по сути нету. То есть рыбалка. Рибу, яку ти виловив, ти її їсиш? Ні. Чому? Всі риболови-спортсмени соблюдають принцип «поймав, відпустив». Тобто риба – друг. Ага, ось так. Ну і ви там сфоткались з нею, так? Саме круте в рибалці – це сфоткатися на, ну, на красивому фоні, вот, держа її, як ребенка, ага, на люльку, на люлька. Ще повинні бути определені мати, повинен бути антисептик. Тобто обов'язково після виловної риби ти повинен обробити її губи, там, якщо є якісь рани, обробити. Тобто повинен вложити люльку, погладити, водою полити, щоб, не дай Бог, риба не пересушилась. Я 33 роки жив. І до цього моменту взагалі не знав, що рибі повинно обробляти губи. Да. Серйозно. Серйозно. Ну, це прямо елементи спорту. Антисептик. Спеціальний антисептик. Є антисептик в виді навіть зеленки. От. Но обов'язково потрібно обробити для того, щоб в рану не попала якась грязь. Вау. Ну, смотрите, почему? Потому что на некоторых водоемах все-таки есть рыба, которая уже там по 10, по 15 лет, это старая здоровая рыба, то есть и для того, чтобы зарыблить водоем, они тоже вкладывают очень большие деньги, поэтому при потере рыбы, да, то есть если рыба там, допустим, умирает, вот, то спортсмен должен ее компенсировать. Є підводна, так, охота? Полювання, рибалка. Ти цим займався коли-небудь? Я вообще не любитель вот это вот нырять, вот, не любитель зимой, зимнюю рыбалку, вот, только летняя. Вот. Ти класичний спортсмен. Класичний, да. Про що мріє класичний спортсмен, рибак? Поймати свій бігфіш. Ну, я так розумію, у нього немає ваги. Просто... Нет, чим більше, тим краще. Тобто, ну, я же вот в этому году хочу побити рекорд за 15+, свой, личный. Більше 15, так? Більше 15, ага. Да. І обов'язково кар. Ого, ось так. Да. Прям. А взагалі ти рибу їсиш чи... Вообще, да. Угу. Рибу люблю. Яка найсмачніша, на твою думку? Карась. Ось так. А як готувати? Є рецепт? Ну, жена готовить. Ага. В сметані, поэтому. А якщо ти зловиш цього карасика, з'їсиш?
Если это спортивный водоем, да, где прям, в принципе, мало отпустил, то отпущу. Если это, ну, на Днепр, классика, то, может быть, для тещи домой возьму. Ага. Ну, а тебе вообще, взагалі-то можно побачити с удочкой? Можно. Я любитель, да, классической удочки. То есть, периодически мы выезжаем, приезжает ко мне отец, вот, и мы выезжаем на водоем, где сидим на поплавчаночку, вот, ловим. Но все равно бывает, ставишь параллельно удочку на сигнализатор, и тоже отец говорит, что это? Что угу. это такое? Что за агрегаты? Ну, вообще классику люблю. Це ж міф, що рибаки завжди п'яні. Чи ні? Ну, рибалка і алкоголь – то одне, але ми говоримо про спорт. Якщо ми говоримо про спорт, то алкоголь в спорті несовместим. Але при цьому, я думаю, що кожен спортсмен десь там в палаточці, втихаря, там полтинничок до сна, дотинга випиває. Тому що, дійсно, по 48 часов, якщо це жара, то дуже тяжело. Пиво п'ють. Ага, ну стрес. Стрес знімається, да, пиво, головне, умеренно, в нормальних количествах. А де мрієш порибачити, до речі? Є якесь місце в Україні, можливо, а можливо за кордоном? В Венгрії. Чому саме? Слышав, там є неплохі водойми, от великої красивої риби, хочеться, как би... А взагалі за кордоном ти рибачив? Нет, но, скорее всего, как только пандемия немножко вот, будем говорить, стухнет, то есть вариант поехать в Израиль, там есть озеро Кинерет, там очень красивая рыба, то есть карпы, и есть возможность там порибалить. Я так розумію, що на карп ловлять у всьому світі. Це популярна така риба серед спортсменів рибалок. Да, вот она не только есть в спортивных водах, есть на дикарях, то есть в озерах и очень большая рыба есть. Важко зловити. Да, вот очень ходит міф. Вообще по любителям, что это вот на водоеме, типа спортивные рыбалки, они называют это как аквариум. Я чув про це. Да, что там рыбу, ну, проще ловить. Хочу сказать, что это миф, и если это спортивная рыбалка, чем, ну, там тяжелее поймать. Почему? Потому что идет прессинг рыбы, идет много спортсменов, каждый сыпет свой корм, свои насадки, и рыба просто за счет этого шугается. Поэтому в спорте рыбу тяжелее поймать, чем на обычном водоеме. Добре, давай так. Я хочу стати рибалкою. З чого мені розпочати? З відеообзору. Серйозно? Да. Треба просто якийсь майстер-клас повчитись? Надо, да. Ну, почему? Тому що, коли приходиш в какой-то даже супермаркет, совершить какие-то покупки, ти можеш купить то, что совсем тебе не нужно. Вот. Тем более, сейчас в спорте очень много видов товара, которые просто идут как маркетинг. И, ну, нужно знать, что mm-hmm. тебе надо, на какую насадку, вот, какой корм. Но прежде чем выезжать на какой-то водоем, вообще нужно узнать про водоем, что это за водоем. Ага. Вот, потому что ты можешь приехать туда с какой-то насадкой, да, с каким-то кормом, а это вообще там не работает. И ты можешь отсидеть двое суток, и у тебя ни одной поклевки не будет. Багато нюансов, я так розумію. Очень много. А дорого коштує ось знаряддя все твоє? Ну, приблизно, можеш оцінити? Це 30, 40, 50 тисяч гривень. Чесно говоря, я недавно смотрел баланс карточки своей, которая... Ну, у нас минус есть, пишу. Нет, не кредитная карточка. Есть карточка, будем говорить, ну, дисконтная. Вот, где при покупке товаров у тебя туда, ну, так, падает сумма, кэш. Вот, в этом году я спросил у человека, сколько там все-таки капнуло. Жена, если будет смотреть, то больше 800к. Ого! То есть это за 3 года. Ничего себе. То есть снаряддя, да, это очень дорогое удовольствие. А самое дорогое, это считается как бы корм. Потому что мы покупаем, ну, спортсмены уже переходят на большой уровень, где, ну, даже килограмм сыпухи, ну, грубо говоря, да, который забивается в этот вот флет, ну, стоит от 100 гривен и выше. То есть хороший стоит 200-250 за килограмм. А тебе на соревнованиях надо выкинуть, ну, порядка 20-25 килограмм. Це ти загружаєш все в тачку? В тачку, в баули. Вот, ага. Береш з собою по 6-8 удилищ, на кожне удилищ катушка, леска, 50 видів крючків. Це ти за день, за два починаєш збирати? За неділю. За тиждень. От у нас через неділю опять соревнования, з сьогоднішнього дня я вже починаю збиратися.
в Україні є якась, наприклад, школа риболовства? Я декілька разів потрапляв на новини, що там десь якісь українські рибаки на якомусь чемпіонаті когось там перемогли. І ось по типу, знаєш, о, це наша школа риболовства українська. Чи є таке взагалі поняття? Ну, школи риболовства нету. Є мероприятия, які проводять спортсмени, ну, будемо говорити вже спортсмени іменні, да, то есть іменні спортсмени, от, які займали неоднократно якісь от п'ятистали, медалі, то вони проводять семінари. Семінари по рибалці, то есть у нас часто проводять в Запорожжі, часто проводять в Дніпропетровську. От, один із таких от є хороших спортсменів, це Николай Солодовник в місті Запорожжі, он іменний спортсмен. І от вони діляться опитом, розказують, з чого починається рибалка, то есть і люди, яким цікаво, вони приходять на ці семінари, слухають. Назви три своїх улюблених водоймища, де тобі взагалі от по кайфу змагатися або просто ловити, сидіти. Ну, якщо це Дніпропетровська область, це водойом Орлеан. Угу. От, Запорозька область, це Лагуна 2. Ну, і в принципі, як би третій називемо канал, річка Дніпро. Ага. Канал. Слухай, а на змагання ви коли приїжджаєте, якийсь там вніс грошовий, щоб в банк? Ну от ось ти переміг, і що? Рибу відпустив, і їдеш з пустими руками додому. Чи є якісь фінансова мотивація в цьому? Ну, фінансової мотивації як такої нету. Тобто призові це йдуть кубки, медалі. От. Ну, можливо, дають якісь спонсорські, як би, там... Угу. Сертифікати є таке там. Ну і в деяких соревнованнях є грошовий приз. То є, да? В основному, як би, флетфідері такого нету, а от в карпових соревнованнях там є. Тобто беруться вносів і роблять денежний приз. Ну, бувають неплохі денежні призи. Приблизно скільки це? Ну, може, це все залежить від капіталу, тобто від взносу, ага, турніру. Ну, 100-200 тисяч? Ні, менше. Ага, порядку менше. Менше, да. А після там 40 годин ловили ви карпа, а потім ви збираєтесь усі за круглим столом? Ну, скоріше всього, на построєння, а там вже потім люди просто роз'їжджаються, тому що ловити по двоє, по троє суток не спавши, люди уставші, приїжджають додому і просто падають з ног. Це якийсь неправильний стереотип про рибаків виходить, що ви не прилазите так, п'яними додому, риба з магазину в пакеті там якогось. Да, да. Ну, це стереотип. В спорті зовсім не так. Тобто люди підходять іменно по-другому. А є в Україні якісь ось топові спортсмени? Є, дуже багато. Хто це? Ну, от, ну, для мене, от, і для нас, себе, так. От у нас в Дніпропетровській є дуже іменно, це Олег Таранов. Чому він такий, ну, крутий? Міжнародні змагання. Та він учасник, навіть на чемпіонаті світу участвував по класичному фідеру. Є у нас от, Олег Боєв, теж по класиці виступав, теж там. Много спортсменов. Є такі, очень много спортсменов іменних, є очень много команд хороших іменних, поэтому, в принципі, те, хто варяться в этом котле, не знають. Якби тобі довелося їхати на водоймище, на якому ще взагалі ніхто нічого не ловив, з чого б ти почав свою підготовку до такої рибалки? Вдома чи на водойомі? Вдома, давай. Ну, вдома я б спочатку зібрав би інформацію. От нічого не знаєш про нього. Зібрав би спочатку інформацію по цьому водойому. Як це робиться? Ну, во-первых, є інтернет-ресурси. Угу. Тобто, гуглиш водойом такой-то, такой-то, смотришь, может быть, где-то на форумах люди писали отзывы. Да? Там, просидел двое суток, ни хера не поймал, ловил там на то-то, ага, то-то, то-то. Вот. А второе, как бы... все-таки брать какие-то, ну, грубо говоря, топовые свои любимые насадки, да, топовые какие-то кормы. Вот, собрал информацию, собрал все и в путь. Ага. А было таке, что ничего не зловив? Было. И даже на соревнованиях было. Ага. Самое вот, важное для спортсмена вот, на соревнованиях – это уйти от нуля. Поясни, в чому різниця? Ось ловлі на дикому водоймі, там вийшов кудись на Оріль, нікого нема, і ось, ну, в річці якісь. І, наприклад, ось в зарибнених спеціальних місцях. Ось в чому основна різниця? Ти говориш про те, що там складніше, там легше.
Ну, если это формат соревнований, то это тяжелее. Если это не формат соревнований, то здесь что одинаково, что, ну, в принципе, тут очень много играет роли даже погодные условия. То есть, если есть какая-то динамика, погода, да, то есть давление, рыба закрыла рот, и как бы ты ни танцевал бы, как бы ты ни бил в бубен, сколько ты ни поменял насадок, то есть, если рыба закрыла рот, она не возьмет. То есть, это без разницы, это либо спортивный водоем, либо это дикарь. На кого любишь сам рыбалити? Ось твоя улюблена. Ну, флетфідер. Я рибу. Риба, карп. Ага, карп. Хоча последнє время я, наверное, все-таки могу сказати, що мені на Амура більше нравится. Почему? Тому що з Амуром тяжелее бороться. Это торпеда. То есть ти, когда вываживаєш, ти, когда подносиш подсак, щоб рибу завести в подсак, она видит подсак и начинает просто давать такие вот по воде, да, зигзаги. Бывали случаи, что и обрывала поводки людям, и подсаки рвала. То есть, ну, рыба тяжелая. Если тяжелая рыба, то она рвет, чтобы выжить, рвет все. Мужики, які сидять на своїх човнах невеличких, ось ми по Дніпру бачимо, вони ж не спортсмени, вони просто аматори. Так? Ну, да. По суті, в чому їх кайф? Ось сидять, ти їдеш на роботу там о 8 годині. Чого він там сидить? Він туди прийшов. В чому суть ось цієї насолоди? Ну, тут, скоріше всього, треба задати питання цьому чоловіку, тому що люди бувають різні. Є люди, які на цих човнах половили, відпустили, є, які натарабанили 40-50 кілограм, прийшли домой, ну, і з'їли. Тобто, я вважаю, що навіть якщо ти береш рибу, то рибу треба брати, ну, скільки ти з'їш, в міру. Тобто, зараз дуже багато у людей стереотип, ну, там, наловив, там, да, 50, треба ці 50 кілограм забрати домой. Не відпускає. Ну, жадність, да. То есть, если люди так будут брать, то наши дети, ну, в будущем просто им нечего будет ловить. Очень есть много сейчас браконьеров, которые ставят сетки, ловят на электроудочки, есть драчи. Мы их, ну, это, ну, будем говорить, приспособления с тремя крючками, которые просто путем багрения багрят рыбу, да, там, за спину, за плавник, то есть не за губу. Вот. И набивают очень много рыбы. Даже, ну, просто вот эти вот рыболовы, типа драчи, они очень много рыбы убивают. То есть, да, если она не подсеклась, но ее как бы задело, то не факт, что она уже выживет. Слухай, буде найтупіше питання. А рибі боляче, коли за губу ось гачок потрапляє? Я думаю, ну, 50 на 50. Ні, просто є, я читав, що є у риби зона, где вот, ну, будем говорить, там, где хрящ. Так, так, если она попадает за этот хрящ, ну, то есть не так больно, чем если она попадет, ну, за где-то за, да, за мягкую ткань. То есть если попадает в хрящ, рыбе не так больно, чем она попадает в мягкие ткани. Ну, хотя это живое вещество, скорее, ну, существо. Скорее всего, наверное, больно. И останнє буде запитання. Як мені, людині, яка ніколи не була на рибалці, і більшість людей, які ось дивляться нас, як мені її полюбити і за що? Мені навіть пропонують, а я, що я получу, отримаю, коли я вже буду з тобою на рибальці? Які емоції? Що це взагалі таке? Я ж буду сидіти і тупити просто, так? І чекати, коли воно там щось зазвенить. Ну, я тебе расскажу сейчас историю быстро, а потом перейду как бы к самому процессу кайфу. Мы когда-то поехали на рыбалку года два назад, где взяли вот, ну, человека, который вообще не понимал ничего в рыбалке. Говорит, возьмите меня, как бы я вот посмотрю, как этот процесс. Вот. Ну, естественно, это была любительская рыбалка, то есть это был не спорт. Вот. Было холодно тогда, это была уже как бы осень, вот, и перед рыбалочкой решили там, ну, по 50, да, налили по 50, выпили, вот, закинули снасти, то есть, да, поставили на этот пейджер, и вот этот человек, который с нами поехал, Серега, на протяжении часа сидит вот так вот, смотрит на удочку, вот так смотрит на водоем, выпивает еще один полтинничек и говорит, ребят, ну, я ничего не могу понять, говорит, а где ж поплавки? Вот, спустя час он смотрел на водоем, искал поплавки, где же все-таки поплавок. Вот. Поэтому я хочу сказать так, когда человек вытаскивает свою первую рыбу, и она, допустим, за больше, чем 5+, и он с ней вот это вот боролся, вытаскивал, вываживал, то это адреналин. У меня после первой пойманной пятерки, там, ну, даже 6+, вот, у меня вот так я сидел, тряслись руки. То есть это выделение адреналина, это по кайфу, и ты вот едешь на водоем для того, чтобы поймать больше рыбы, для того, чтобы с ней побороться, вот, потому что, ну, это,
Это кайф. Друзі, ви все почули, ловите рибу, відпускайте її, або їжте лише тільки, скільки вам захотілося. Це був найнезвичайніший випуск на Спортику. Ми говорили про рибу, про спортивну рибу. Побачимось.